24 августа в столице Мохушевская прошло открытие патриотической акции под названием «Река Лаба, река дружбы». Инициатором этого мероприятия выступило общественное движение «Адыгахаса Черкесский парламент» Кашхабльского района под руководством Амина Непшикуева. Это мероприятие призвано укрепить дружественные связи между народами, проживающими вдоль реки Лаба. Организаторы выступили, акцентируя на важность дружбы и сотрудничества между людьми. Уж дети той войны седыми стали, им правнуков женить пришла пора. Но помнят и они тот грохот стали, с которым ворвалась к нам немчура. Тот ужас вряд ли передашь словами, а испытать не дай бог никому. Дома и нивы пожирало пламя, а солнце в жирном плавилось дыму. Войну мы вспоминаем не за тем, чтоб лишний раз победой похвалиться. Мы просто заклинаем всех и вся, подобное не может повториться. Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков. Свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 64 тысячи километров железнодорожных путей. Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на соленой от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях взрослых и детей. Это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. 125 граммов хлеба в сутки. Тонны бомб и снарядов, падающих на мирных жителей. Это голод, дистрофия и цинга. Это умирающие на улице, дома, у станка или в классе люди. За годы Великой Отечественной войны погибло на фронтах 27 миллионов наших соотечественников. Из них 10 миллионов солдаты, остальные дети, женщины и старики. Замучено в концентрационных лагерях 18 миллионов человек. Митинг, посвященный патриотической акции «Река Лаба, река дружбы», объявляется открытым. Здесь находится прах невинно расстрелянных жителей поселка Лесорубов Михизеева Поляна. Слово предоставляется заместителю главы администрации муниципального образования Мостовский район Богаеву Сергею Александровичу. Уважаемые друзья, дорогие наши соседи, гости, все присутствующие, мы здесь по очень важному событию собрались, и я очень рад, что благодаря идее наших коллег из Кашихабльского района, Мостовский район здесь, в Мохушевской, принимает столь ответственную и серьезную команду. Мы, безусловно, поддерживаем все мероприятия, связанные с памятью. И в первую очередь призываю всех нас, здесь присутствующих, на секунду представить тот ужас, который здесь происходил. Почему? Потому что мы находимся на мемориале, где
захоронены погибшие на Мехизеевой поляне. В свое время эти люди, останки этих людей были перезахоронены здесь. И это место недаром называется Кубанской хатынью. Погибшие 13 ноября 1942 года, сколько бы времени ни прошло, нам напоминают о тех ужасах войны. Я от имени главы муниципального образования Мостовский район выражаю сердечную благодарность за то, что мы сегодня здесь собираемся. И позвольте мне процитировать слова приветственного адреса за подписью главы района Сергея Викторовича Ласунова и председателя совета муниципального образования Мостовский район Анатолия Викторовича Ладанова. Администрация и совет муниципального образования Мостовский район сердечно благодарят вас, Амин Хаталиевич, и ваших сподвижников и соратников, и выражают глубокую признательность за проект «Река Лаба», «Река Дружбы», благодаря которому сохраняется память о тех, кто героически защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. От всей души желаем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов, благополучия, процветания, счастья, радости мира и добра, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач. От себя лично хочу добавить, что Мостовский район, Кашихабльский район, Лабинский, Курганинский, Шавгеновский район, объединенные нашей красавицей Лабой, всегда будут, жители этих районов всегда будут стоять во главе дружбы, открытой, искренней, искренней. Нам делить нечего, нам главное растить хлеб, воспитывать детей и с гордо поднятой головой смотреть в будущее. Спасибо вам за организацию этого мероприятия. Милости просим на нашу гостеприимную мостовскую землю. Слово предоставляется председателю общественного движения «Адыгахас» Кашихабльского района Непшикуеву Амину Хаталиевичу. Уважаемые участники, я бы хотел сказать, что сегодняшняя встреча, она продиктована не просто бумагописным вариантом, а продиктована необходимостью, продиктована душой, честно говоря. Мы, конечно, соседями являемся. Наши предки не изучали иностранных языков, вузы не заканчивали, академии не оканчивали. Но они крепко знали, независимо от национального происхождения, вероисповедания, крепко знали, что такое основы дружеских взаимоотношений между соседями. А это является фундаментом, крепким фундаментом стабильности, крепким фундаментом мирного существования, крепким фундаментом взаимопонимания и создает, независимо от национального происхождения, вот крепкую моральную, духовную веру в свою страну, в нашу великую, на нашу великую Родину, мы всегда все смотрим с надеждой. А что касается вот бытия, наверное, старшее поколение здесь их немного помнит. В каждом, вот у соседей, в каждом ауле у нас была вот семейные вот контакты с соседними станицами, селами. Была налажена целая система взаимодействия по жизни. Это вы, значит, мы, не дай Бог, чтобы это испытали. Вот после гражданской войны сложная ситуация. Всегда мы чувствовали братскую руку. И нашу они чувствовали, соседи наши, и мы их тоже чувствовали. Голод, делились последним килограммом зерна, кружкой там, кукурузой. В любом случае, что было в семье, всегда оно делилось, значит, от души, понимая, что мы братья, что мы соседи, что мы одинаковые, созданные Богом, люди. Почему мы это начали? Надо вот круг знакомства жителей, вот наших соседей, 5 районов. Курганинский, Лабинский, Мостовский, Шавгеновский и наши. Мы
в нашем возрасте мы друзей очень много имеем и в Курганске, и в Лабинске, и в Мостовской, и в других селах. Но молодежь как-то от этого чуть отодвинулась. Надо к этим вещам возвращаться. И мы от души благодарим за поддержку начала проекта «Река Алабар-река дружбы» главу администрации Курганского района, Лабинского района, Мостовского района, председателя сельского поселения, администрации сельского поселения села Махошевска, несколько дней с нами мучается. Благодарим и главу администрации Шавьяновского района, и нашего района. Это начало. Знаем цену дружбы, давайте дружить, понимать друг друга и жить вот в хорошем таком, во взаимопонимании и контактах. Слово предоставляется главе Махошевского сельского поселения Заманову Артему Викторовичу. Добрый день. Рад всех приветствовать на нашей Махошевской земле. Очень почетно то, что проект «Река Алаба и река дружбы» начинается именно с нашего поселения, потому что, как уже и Сергей Александрович сказал, и Амина Хаталиевич сказал, что, в принципе, наша Михизеева поляна – это кубанская хатынь, которая, ну, я, можно так сказать, всегда в сердцах у нас, она всегда, мы о ней помним и должны все помнить, так как пока мы помним, мы это не забываем и будем стараться, чтобы такого больше не было. Всех участников, кто поднимется наверх, желаю посмотреть, ознакомиться, приезжать, не забывать, рассказать как можно больше соседям, друзьям. Главное не забывать. Всего доброго, спасибо. Предоставляется священнослужителю Кахшихабльского района Даутову Амирби. Дорогие братья и сестры, от имени Духовного управления мусульман аула Кахшихабль я вас всех приветствую на этой махошевской земле и хочу поблагодарить организаторов этой встречи за такую встречу. На этом месте я уже, наверное, четвертый раз бываю на этом месте. Вот на этом памятнике, где погибшие, вот на Махеевской поляне, где погибли мирные, ничем не повинные старики, даже и дети, и которые перезахоронены на этом месте, и был поставлен вот этот памятник. Дорогие братья, давайте жить дружно. Река Лаба, река дружбы, это название непростое. Река у нас вот пересекает все вот эти Курганинские, Лабинские, Лабостовские, Кахшихабльские, вот это до самой Услабы, и Шавьяновский район тоже захватывает. Давайте жить дружно. Мы, у нас вот в Курганинске, у меня лично вот есть друзья с Курганинска, которые мы посещаем их. Они тоже бывают у нас. Мы живем в дружбе и в согласии. Так что мы должны стараться, чтобы наши дети понимали значение вот этой сегодняшней встречи, чтобы вот эта Лаба, река дружбы, чтобы была постоянно, каждый год, каждое время, чтобы они вспоминали, чтобы вот эта встреча, о которой мы сегодня собрались, в их памяти, в наших детских памятях, чтобы остался, и они продолжали наше движение. И гости, как вы видите, я представитель казачества Мостовского района, младший урядник, классный руководитель классов казачьей направленности. Вот здесь говорили, что наш район объединяет река Лаба, но не только Лаба. Дело в том, Мостовский район входит в состав Майкопского казачьего отдела. И мы давно вместе с Майкопским казачьим отделом вместе проводим мероприятия. Буквально в августе месяце, четверо суток, мы находились на военно-полевых сборах Майкопского казачьего отдела, где вместе все районы Адыгеи, нашего Мостовского района, Апшеронского, Белореченского района, который входит в состав Майкопского отдела, вместе, как говорится, и соревновались. Но главное среди них было – это
дружба. И буквально вот в воскресенье опять отправляемся вместе с адыгами, с адыгейским отделом на соревнования. Поэтому нас, еще раз повторяю, что нас объединяет не только река Лаба, но и наше казачество. Ну и, конечно, сегодня мы с вами встретимся еще на самой Михизевой поляне. И, конечно, спасибо вам, что вы помните. И, конечно, 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Война – это страшная чума 20 века. Сколько жизней она унесла, сколько незаживающих ран оставила она на земле. Но в годы войны Мостовский район существовал отдельно, а вот территория, на которой мы находимся, входила в состав Ярославского района. И именно здесь произошло это трагическое событие. Но более подробно я расскажу вам на самой Михизеевой поляне. Но спасибо всем, что остается нам и старшему поколению, и молодому поколению. Это, конечно, сохранение памяти. И мы должны эту память сохранять на века. Я вообще историк, учитель. И я считаю так, что на уроки должна приходить живая история. И мы должны ее помнить и продолжать, и передавать поколениям. Так что дружба у нас продолжается, нашего района с Адыгеей продолжается. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Махошевского сельского поселения Сухоруковой Елене Ивановне. Добрый день, уважаемые гости нашей станицы. Станицы, которая чтит и помнит жителей Михизеевой поляны. В нашей школе находится музей, посвященный жертвам жителей Михизеевой поляны. Я хочу выразить большую благодарность всем участникам и организаторам проведения этого мероприятия. Очень приятно на проводимых здесь мероприятиях видеть много молодежи. Это нас очень радует, ведь в нашей стране сейчас на первом месте стоит патриотическое воспитание молодежи. Спасибо всем за ваш патриотизм, за вашу жизненную активность, за память, которую вы храните о тех суровых годах Великой Отечественной войны, которую мы должны хранить и помнить всегда. Я хочу пожелать всем присутствующим хорошего времяпрохождения сегодня. Хочу пожелать всем мира, здоровья всем, счастья, любви и будьте Богом хранимы. Спасибо. Сегодня пусть незримо, но рядом с нами те, о ком мы храним светлую память. Кто, как и много лет назад, улыбается нам безмятежной улыбкой юности. Они радуются нашим победам. Они печалятся нашей болью, но главное, они очень хотят, чтобы мы с вами были счастливы. Ведь в каждом из нас живет частичка их непрожитой жизни. Склоним головы перед величием их подвига. Объявляется минута молчания. После минуты молчания всадников нескольких районов ожидал конный переход, который они совершили по местам боевой славы. В частности, их путь лежал через Махушевский лес по партизанским тропам.